Hey you, bro. С вами я, Мигоу, и сегодня настал легендарный момент 100 дней в мире One Piece. Последнее 100-дневное выживание в мире One Piece было почти что 5 месяцев назад, и оно вам очень сильно понравилось. Теперь я подойду к делу намного серьезнее. Я создал целую сборку по One Piece, и целями моего 100-дневного выживания на эту серию будет: первое — найти дьявольский фрукт Гому Гому и пробудить 5-й гир Луфи. Второе — создать свой пиратский корабль, чтобы отправиться бороздить моря и отправиться в кругосветное путешествие. Третье — найти и одолеть боссов этой сборки. А боссы здесь, друзья, сразу вам скажу, очень и очень серьезные и очень-очень сильные. Ну и наконец, четвертое. Сразиться один на один против самого сильнейшего босса в данной сборке. Против Кайдо. Это 100-дневное выживание в мире One Piece. Если вы хотите новое 100-дневное выживание, если вам нравится мой контент, то я обязательно запишу еще один 100-дневный ролик в мире One Piece с моими друзьями и с проработанной сюжетной веткой. Если вы хотите данный ролик, то с вас обязательно большая активность, друзья. Набираем 1000 лайков и 500 комментариев под этим роликом. И сразу незамедлительно мы с моей командой приступаем к записи этого 100-дневного выживания. Вы проявляете активность, вы поддерживаете данный ролик и мой канал своей подпиской, а я вам дропаю самый годный и качественный контент. Но я не буду вас долго задерживать, погнали уже выживать. Боссы не будут нас долго ждать. Let's go! The One Piece! The One Piece is real! Ну что же, друзья, приветствую вас в мире One Piece, и мы сгенерировались на каком-то маленьком острове, но в принципе рядом есть уже хорошая территория. Смотрю, морской дозор уже выехал за мной, хоть я только и заспавнился, так что нужно быстренько делать побег и валить нафиг отсюда. Оп, конечно же, поплавать тоже нужно, почему бы и нет. Ага, Альвида, приветствую, Альвида, и с тобой я сражаться пока что не готов, не готов, я еще слишком слабенький. Нет, Альвида. Хотя мы можем ее попробовать победить. Обычными ударами, возможно, у нас получится. А если еще и дубинку ее выбьем, вообще идеально будет. Она дубинкой может кидаться. Она ее выбросила. Ой-ой-ой. 17 XP мы получили. Левел 2 теперь. Лё. Ты кто такой? Это что за фальшивка? Ой, ай-яй-яй. Ай, полсердечка. Полсердечка. Ну, как говорится, ладно. Да. Вот только этого мне не хватало. Fighting Fish. Нет, я помню, я еще в том выживании так... Так меня это бесило. Просто это рыба. А-а-а! Вы-то кто такие? Ты, а это опять эта бойцовская? Да сколько их здесь... Блин, мы за них, кстати, опыт получаем. И какую-то тыкву. Памкинг плуп. Что это? Так, быстренько делаем кирочку. И тут все хочет нас убить уже с самого начала. Мне это не очень нравится. Давайте, наконец-то, каменный век. Наконец-то мы получили наше первое достижение. До прихода ночи нам нужно хотя бы хоть как-то прокачаться. Вот так вот сделаем. И вот так. Ну все, первые инструменты есть. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Давайте еще немного дерева добудем. Дерево нам пригодится очень сильно. Ну все, в принципе, первая экипировочка есть. Крафтим нашу первую лодочку и, в принципе, уже можно выдвигаться в путь. Так, похавать тоже надо бы. В принципе, я тут что-то видел неподалеку. Лошади, лошади. Так, вот это вот нам деревянное. Вот это вот нифига себе. Вот это тут, конечно, гигантские рыбки плавают. Я тебя на удочку-то свою поймаю потом. Оно у меня вот тут вот. Вот здесь мы можем силу удара вкачивать, регенерацию. Но пока что мы ничего еще не можем вкачивать. Почему так? Не знаю. Ну ладно. Какое-то здание вижу впереди. Давайте сходим в него. А потом еще поедем на лодочке морской дозор гасить. А почему бы нет? А почему нет, в принципе? Друзья, тут уже пираты нас встречают. Горизонтальный слэш. Теперь у меня
есть уже... Вот это хорошо. Опыт с него тоже дропается. Это тоже очень хорошо. Да, это баня. Девушка, здравствуйте. Я хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Апчихбе. Я мусульман. Ладно, не хотите, но я с вами тут поплаваю. Чисто, ну, тут отдохнуть можно вот так вот. Ладно, ладно, я думаю, девушке хватит, хватит. Тут альфа-самец выходит из дома. Вот это я у вас заберу, источник света. Ну, у вас тут и так много всего. Так, это мне надо. Так, ну, я тут кожаная куртка. Изумрудики мне, ну, вот это... Что это за устройство? Напишите в комментариях. Я думаю, что-то типа вот. Так, ну, все, мы тут все забрали. Какая молодежь пошла-то в наши времена. А, уже ночь. Ну я тогда обратно. Друзья, сейчас вас ждет самое крутое морское путешествие и эпичное сражение в море против пиратов, дозорных и вообще всех подряд. Мы же с вами пираты, значит, попутного ветра мне в путь. И, конечно же, якорь в мою... Залутали, короче, вот этот вот пиратский корабль, залутали вот морского дозора корабль, там, в принципе, особо ничего такого, вот такие вот сундучки были, мы их открывали, и в принципе, не так много всего получили. Давайте-ка сделаем сейчас, смотрите, что я хотел сделать себе кирку алмазную, это, ну, самое, что мне нужно. Добыли 46 изумрудов, кстати, вот такие мешочки, из них Белли получаем, и прокачали себе атаку и реген немножечко, ну, левел 3 мы сейчас всего лишь. И, в принципе, это не, в принципе, ничего такого. Открыли Strong Punch. Мы в Майнписе достигли 2 уровня. Корабль. Чтобы его сделать, нам нужен поводок. Ага. Поводка у меня нету. Так, 2 сундука, это ладно. Ага, еще 2 поводка. Короче, нам нужно 4 слизи где-то взять. И шерсть нужна. Ну, шерсть вот здесь вот я уже вижу. Так, здесь у нас взрывоустойчивость, раковина Наутилуса, я не знаю, зачем она. Вот еда, кстати, нормально. Вот это сейчас хорошо было, если бы он меня попал, мне бы... Пират спил пистол, ой-ой-ой, мы пистолет нашли и кокосы. Кокосы тоже похавать можно. Ну-ка, пистолет можно будет протестить. Пистолет нам очень даже может пригодиться. Погнали на тот пиратский корабль, попробуем там пиратов гасануть. О, по 8 урона сносит. Это неплохо. Так, мужики, хотите со мной в воде подраться? Не советую. Я слишком... О, сайбер. Мы выбили пиратский этот кинжальчик. Сколько? 12 урона. Это нам надо. Теперь у нас есть сайбер. Так, давайте-ка. Вот так вот делаем. А, тут еще босс должен быть у них. Где он? Оп, соберем сундучки. А, ё-моё, застрял. Расположимся и ляжем спать, почему нет? Оп, и все, и хорошо, и давайте спать. Все, проснулись мы в следующем дне. Это, как говорится, все очень хорошо. Все очень хорошо, мы проснулись, мы живы. Нам еще предстоит Оден. Я не знаю, что нас здесь ждет. Маринфорд. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чё, тупая или глупый? Стой. Пожалуйста, не надо. Не надо, дядя! Не надо. Я жив. Повезло. Капец, я выжил сейчас просто на жестких щах. Так, давайте сейчас наверх поднимемся. Что там наверху есть? Может, нас Акайну какой-нибудь там ждет? Оп. О, сундук. Алмазный блок. Ой-ой-ой, это нам надо. О, так тут еще железные блоки есть. Вот это мне надо. О, там я вижу какое-то крушение, кораблекрушение. Нам туда обязательно надо. Там, значит, хороший лут есть. Так, что это у нас за пальмы такие?
Пальмы нам тоже нужны. Там жителя разнесло просто. Так. А что случилось, братанчик, с твоим кораблем? Чё улыбаешься? У тебя корабль сломался. Улыбается тут-то. Так, рыбка есть. Да, не повезло тебе. Вот это вот сейчас плохо будет. Сейлор, живи. Сейлор, как-то поживи. Вот этих вот чувапчичи нам нужно будет победить сейчас. Они как-то баганые какие-то. Сейчас от всех надо избавиться. У него удочка, кстати. Трезубец. Воздух. Воздух нужен. Можно трезубец подобрать? Умираю. Фу, чуть не задохнулся. О, все, погнали. Теперь мы с тобой одна команда. О, первого накама я получил сегодня. Давай. Теперь мы с Сейлором. О, первый мой накама. Первый мой член команды моей. Капец, у тебя... Че у тебя с носом? Так, новые достижения. You are a pirate. Да, я пират. Вот тут носатые, к ним бы я не хотел. Сейлор, ты тоже бы не хотел? Я тоже вот не хочу. Так что давай туда поедем. О, там уже пираты нормальные. Там пират-капитан. Капитан пират. О, он в мою лодку запрыгнул. Опа, еще одна. Это мне надо все. Белли мне нужно для прокачки. Ай. Что это меня бьет? Меня убили пираты через стену. Так, уже вечереет. Я тут добрался к этим тупым пиратам. Они там снизу. Вот ты ушел вон с моей лодки. О, тут их командир пират, капитан. Он со мной сражаться, видимо, не хочет. Ну, он вообще слабачок. Куда он лезет? Опа, опа-па, пират капитан Хэд. И, друзья, ю-ху-ху, теперь я пират капитан. Капитан, жесткий капитан пиратов. Ты чё? Just guard. Чё это сейчас случилось? Так, вот это вот мне нужно починить. Так, давайте-ка сейчас переночуем здесь. Я спать. Вот это я понимаю, теперь можно и поспать. Оп, хорошо. Там у нас скелеты. Блин, со скелетами я как-то не очень хочу воевать, они слишком уж какие-то сильные. Ну, как говорится, я капитан Ями, так что мне можно. Так, мне можно с ними сражаться, можно попытаться. Здорово, мужики. Чё с лицом-то? Ух ты ж вас тут. Погодите, да погодите. Вот это в первую очередь уничтожать надо. Так, насад. Насатый. Ну давай тут это, не надо. Возни с вами тут еще много. Бамс, до свидания. До свидания. И все, это все на что вы способны. Не-не-не, мужички, вам нужно тренироваться, жестко тренироваться причем. Куча железа, железо нам нужно, железо мы возьмем. Нам еще бы магазинчик найти оружейный, вообще песня была бы. Так, это тоже возьмем. Острота, ну это нам... Прочная защита, вот это нам надо, вот это нам надо. Smoke on the water, нам очень сейчас плохо будет, я уверен в этом. Я просто уверен в этом. Можно... Войти, спасибо. Спасибо, что... А чё у тебя с ХП? Какой-то босс? Так, тут книги. О, Хорус. Хорус возьмем. Ну... Да, мне тут не выжить. Ну а сейчас вас ждут самые эпичные сражения на суше. И, конечно же, бои с главными боссами этой сборки. Ну и, конечно же, прокачка своего персонажа и выполнение различных видов достижений этой сборки. Так что это еще только самое начало. Самое начало хардкора. Очень большой фарм будет. Бам. Капец, они рассыпались.
Они очень сильно рассыпались. Так, я очень много опыта получил. Нажимаем X. Давайте регенерацию, ХП наши. Блин, надо было хаки вкачать. Хаки нам 100% сейчас важно. Потому что без хаки мы не сможем одолеть никакую логию. А логии здесь очень много. Здесь кто-нибудь есть? Тюрьма пустая. Вот это ништяк. Вот это нам не надо. Вот это хлеб. Хлеб. Хлеб нам всегда нужен. Хлеб, хлеб. Ой-ой-ой. Сколько хлеба? Хлеб. Я не отдам хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Так, это у нас... А, это у нас вот такие вот крестьянины, которые еще вроде норм, а вроде и нет. Так, о, вот у них есть уголь. Они... Ты что ли, ё-моё, Гинт, куда ты лезешь? Свалил нафиг отсюда. Вот у нас обычный есть, выпало ничего. Золотой. Гору-гору номи фрукт. Блин, ну, если честно, гору-гору номи... Это хороший фрукт, но он мне не нужен. А давайте прям в этом домике и обустроимся, почему бы и нет. Стоп, здесь вот сейчас возьмем... Блин, спать не надо, спать наоборот сейчас не надо. Сейчас я пойду сражаться, файтиться. Просто вот так вот сейчас приляжем, встанем, гору-гору тоже выкинем. Так, главное, чтобы в этот дом никто не зашел. Там еще что-то наверху должно быть вроде, да? Здарова, здарова, Сабыч. О, что за мини-зомби? Мини-зомбачок. Вот первый Axe-Hand, это Морган. В принципе, его одолеть изи в этом моде. Надеюсь. Я его смогу одолеть. Альвида, да я тебя там в самом начале еще гасил. Ой, сколько морского дозора. Понял. Ребята, ничего против не имею. Меня воткнули еще. А, Акайну. Ну что, друзья, понеслась. Акайну я, конечно, не гасану. Не, забейте, забейте на Кайну еще рано, потому что у меня гому-гому фрукта нету. Ну и дальше вас ждет бесконечные файты с мобами и различными персонажами из аниме One Piece. И, конечно же, очень долгая прокачка и миллионы открытых сундуков в поисках того самого фрукта. А именно, фрукта Мугивары Луфи. Фрукт гому-гому номи. Это мой слэш его сейчас гасанул? Тут слишком что-то... Так я имба, ребята. Теперь мне предстоит выполнить огромный ряд достижений, чтобы быть наравне с мобами из этого мода. А это значит лишь одно, сражаться и еще раз сражаться. Теперь дружественных мобов у меня, к сожалению, нет. Наконец-то, настало время путешествия. Я встретил одинокий дом и нашел в нем кучу полезного. Динамит, слизневые блоки и нитки, они нам все понадобятся для стройки нашего личного корабля. Также я нашел таверну Апчихби и украл у него меч Сайбер. Думаю, он не обидится. Хотя еще и трезубец стырил, ну это уже не важно. К нему мы придем за покупкой чуть позже, пока что еще не время. И после небольшой добычи нужных материалов и крафта, наконец-то я сделал свой первый собственный корабль. Испробуем его чуточку позже. Назвал я его, конечно же, Сани. Хотя не шучу, это Саня. Сейчас главной задачей у нас стоит это фрукт Гому-Гому. Его нам как-то предстоит выбить. Но он мне совершенно не хочет падать. Ну, пока, значит, еще не время. Также я смог одолеть Луфача. Это мне нужно для серии достижений. Теперь на меня будут нападать абсолютно все. А это уже плохо. Все, время-то истекло. Все, теперь ты мне ничего уже не сделаешь. Фух. Ну почему ничего не падает? Да блин, я хочу его шляпу. Ну ладно, Саша шляпик уже не выпадет, видимо. Ну и настал тот момент, когда за моей головой вышли на охоту боссы этой сборки. И первый из них это был босс Дофламинго. Очень серьезный противник. И его мне как-то предстоит одолеть. Ну давайте попробуем, что ли, сразиться. А, так он вообще не особо такой сильный. Хотя нет, сильный. Дофламинго, иди сюда.
Бам! Да не, он такой вообще слабенький. Тихо. От лавы подальше. Блин, дурак пугает. Смотрите, мы в награду получили его этот нагрудник. Прикольно. Но боссы еще не заканчиваются, теперь дозор мне стал вообще не помехой. Я без проблем одолел смокера и получил за него достягу. А после этого с 3000 одолел еще босса Луфи. Он вообще не был особой проблемой. Овладел Хакина совершенно ином уровне и сразился в жестком файте против сильнейшего босса Акаину. Вот он, вроде это Акаину, да? Да. Ой-ой-ой. А вот он-то... Вот он-то уже жесткий. Вертикальный слэш. Акаину победить будет без гому фрукта будет посложнее. Не, ну, в принципе, из-за Майнписа этот мод Праймпис не такой уж и сложным кажется. Видите, вот так вот можно в соло загасить. Но... Я бы не сказал, что это прям настолько легко. Блин. Тихо. Ай. Да сбонс еще нападает. Он меня сейчас убьет. Акаину, последний удар. У меня все-таки смог одолеть. Да идите вы в жопу. О, что? Что он вызвал? Лава. Везде лава. Еще какая проработанная, блин. Капец, их тут много было. После чего я встретил Рейли и улучшил свою хаки до совершенного уровня. И смог накопить уже приличное количество сундучков. Ну что же, друзья, open case. Надеюсь, мне повезет. Вот тут, короче, до фламинго я вот такой вот еще нашел плащ Рейли. Вот так вот он выглядит. Прикольная тема. Нюка-нюка, но мин нафиг не нужен. Зачарованное яблоко выбил. Metal Road, кстати, джет выбил со смокера. Так, ну чё, open case сделаем. Да прям дома вот так вот давайте. Наконец-то, наконец-то. Гому-гому, но мин фрукт. О, гир 4-й. Все, мне осталось пробудить его до гир 5-го. Что там у нас? Ой-ой-ой, гир 4-й. А как гир 5-й пробудить? Стоп. Майнпис. Так, мы Fire First Ace надо одолеть. Desert King. Так, значит, нам сейчас нужно дождаться ночи. Для начала у АБМчика нужно купить вот это. Грифончик. Вот это мне надо, вот. Грифончик, это имба. Так, хотя Йору могли бы купить, но Йору, в принципе, а зачем нам Йору? Короче, дело к ночи. На меня напали аж два сложнейших босса. Это были Белоус и... Белоус, ужасный пират, беги от него, или попадешь в ад. А ты красивый, и Катакурия. Ну сейчас фруктом Гому-Гому они для меня как семечки. Совершенно не опасны. Или я так думал? Я же точно! Я же не могу плавать. Он меня притянул сейчас к себе. О, я же все, я же этот, жесткий. Гому-Гому, но мне пистолет. Мне уже не нужно. Катакури, а чё он поджигает? Гому... Базука! Помогите! Гатлин. Чё, я одолел, что ли, Катакури? Так быстро? Оп. Всё, гир 3. О, я мизерным стал! Я мини-человечек, помогите мне! А! Ой-ой-ой-ой! Мини-человечек, гир 3! Бэм!
Просто никого не остается. Ай-яй-яй. Помогите мизерному человечку. Я горю. Хаки. О, я вырос. Гому-гому на пистол. Эйс, ты все равно должен пасть от моих рук. Все хорошо. Хорошо. Так, теперь ты. Иди сюда. Белоуф. Ракета. Бэм. Учё. Бэм. Так, гир... Третий. О, ничего не вижу. О. Я теперь мизерный человечек, помогите мне. Гир четвертый. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гир... Всё, я открыл гир пятый. Наконец-то я смог пробудить его. О, что? Что со мной? Ой-ой-ой, а это что сейчас было? О, Рейли, приветствую. Ацепт. Все, я еще раз изучил. Рейли, извини, но мне тебя придется досануть. О, я еще. Так. В общем, по сути своей, я теперь дичайшая имба. Давайте теперь закроем пару квестов. Я одолел абсолютно всех шичибукаев в этой сборке. И не только шичибукаев. Одолел крокодайла. Одолел Одена. А также смог одолеть Луфи пятого пробуждения. Это был самый сложнейший файт. Ну а также я одолел Куму и Михоуку. Так, за компанию. Ради достяг. Так, погоди. Я думал, он меня убил. Испытание завершено. Ну и последними боссами, по моему мнению, были это Кизару и Ло. Но они были очень слабыми и не составили мне большого труда, чтобы их победить. Где он? Кизару просто отлетает. Ну а самым сильным из них был Шанкс, и я его хоть с большим трудом, но смог одолеть. Теперь я единственный Йонко в этом мире. Хотя нет же, еще же остался Кайдо. После чего я пустил в море мой корабль, Санни. Хоть он и очень сложный в управлении, но зато он красивый. И на нем я разнес морской дозор в пух и прах. И отправился в далекое путешествие в поисках последнего босса, Кайдо. Ну что же, друзья, финальный сотый день спустя кучу времени. Я нашел данж Кайдо, а также очень хорошо залутался. Было много всего всякого. И в меня стреляли, и я упал в лужу и полз. Но теперь нам предстоит одолеть сильнейшее создание мира Майнкрафта и мира Ван Писа. Знакомьтесь, Кайдо. Это оказался один из самых сильнейших боссов, которых я только видел. Он убил меня примерно не 10 раз, да даже, наверное, не 20. Наверное, около 30-40 раз он точно меня убил. Очень живучая паскуда оказалась, но с горем пополам я его победил. Все, все, ты отсосал уже. На! Ой-ой-ой, вторая его форма. Ну все, он типа вторая форма уже не такая сильная. Четвертый гир даже могу использовать против него. Хорошо, вот Гатлинг такая имба просто. Гатлингом я сношу ему больше всего хп. По крайней мере, мне так кажется. У-ху. Так, тихо. Пистолет. Да не, братанчик, все, ты. Ну, может и нет. Гатлингом, просто гатлингом за... О, да, друзья. Чешуя дракона и Блейд. Мы прошли эти 100 дней. Фух, блин, я, кстати, даже не вкачался. Я забыл. Фух,
друзья, это были самые потные... Ну ладно, бензопила была намного потнее, потому что там вообще невозможно было. Здесь хотя бы самая приятная атмосфера такая была, потому что я мега сильный, очень мега сильный был. И мне вот это вот нравится, когда я прям сильный и могу просто всех... И все от этого умирают. Друзья, это были незабываемые 100-дневные приключения. И если вы хотите еще такие 100-дневные приключения, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Ну, если под этим видео будет много актива, и я увижу от вас, что вы хотите новое 100-дневное выживание по One Piece, то я обязательно сделаю новое крутое масштабное выживание с друзьями или без... Как вы захотите. Ну и действительно, друзья, ролик уже подошел к концу. Давайте договоримся с вами. С вас максимальная поддержка каналу, а с меня еще больше контента по One Piece и не только, и еще больше новых топовых 100-дневных выживаний. Если да, то с вами был, друзья, Ямигоу. Всем счастья, добра и всем пока-пока. До следующего ролика.